Предыдущий ролик с паранормальными явлениями в ТикТок очень зашел моей аудитории. Что же, это лишний раз доказывает, что данная социальная сеть создана не только для развлечений, ведь порой она может вызвать совершенно противоположные эмоции. Например, беспричинный страх. Перед просмотром видео рекомендую подписаться и поставить лайк, ведь именно ваша поддержка мотивирует меня на создание более качественного контента. В любом случае, я собрал для вас топ-10 свежих тревожных видео с ТикТока. Приятного просмотра. Охранники замечают, что на камере сработал датчик движения. В центре камеры видеонаблюдения находится какой-то непонятный белый силуэт, который очень быстро двигается в хаотичном порядке. Два сотрудника выходят на улицу, чтобы проверить, в чем дело, но ничего не видят, так как на камере объект никуда не исчезает и продолжает движение. Можно сделать два вывода: либо камера неисправна, либо что-то потустороннее может запечатлеть только техника. Человек шел ночью домой, когда на пути увидел какой-то странный силуэт на дереве. Силуэт стоял на ветке, и когда заметил человека, начал прятаться в листве. Девочки танцуют на камеру, когда справа от девочки появляется прозрачный объект, который медленно парит над ее головой. Сразу же после этого что-то откидывает девочку в сторону. Самое интересное, мать ничего не замечает, скорее всего, она подумала, что девочка потеряла равновесие. Мать снимает, как отец учит плавать сына в бассейне. В один момент, когда отец достает ребенка из воды, то появляется рука в нижнем углу видео, которая придерживает мальчика. Мальчик снимает видео с бабушкой. На видео лицо бабушки выглядит очень странным и впалым. Вот для сравнения ее фотография в реальной жизни. Кстати, бабушка вскоре скончалась. Может быть, так проявляется скорая смерть на видео? Человек сидел в больнице и услышал шорох за окном. Когда он подошел с телефоном к окну, то коляска оживает и начинает вести свою собственную жизнь. Можно было бы списать это на ветер, если бы не траектория движения коляски назад-вперед и автоповорот направляющих колес влево и вправо.
Братья услышали шорох в комнате с игрушками и решили проверить, в чем состоит причина шума. Когда они зашли в комнату, то ничего не обнаружили, в то время как одна из игрушек за ними пристально наблюдала. Девушка снимает себя для ТикТока, когда неожиданно в зеркале появляется страшное лицо за ее головой. Дети играют с наволочкой, когда рядом с девочкой пролетает какой-то подозрительный объект. На скриншоте он выглядит более призрачно и зловеще. Что делать человеку, который гасит лампу перед сном, а в зеркале лампа продолжает работать и давать свет?